Всех рад вас видеть, друзья, на своем канале. С вами Олег, и добро пожаловать на 11-е прохождение игры под названием Plague Tale: Requiem. Наконец-то мы с тобой попали на этот остров, который Гуга видел в своих снах, остров Колыбели. Ну и глава у нас будет называться «Море возможностей». Ну и прошли мы такой вот долгий тернистый путь сюда, и посмотрим, что нас с тобой тут будет ждать. И вправду прям такой остров миленький, уютный. Эй, постой, постой. Вы тут все время твердите. В общем, я хочу вам помочь, но сначала вы должны мне сказать, что мы здесь ищем. В общем, это прозвучит немного странно. Но Гуга, давай ты. Да, во сне на берегу мне плохо и страшно, но прилетает большая птица, и я иду за ней. Я думаю, что умираю, но птица показывает мне воду, от которой я выздоравливаю. Еще там большущее дерево. И на этом я всегда просыпаюсь. Ясно. Значит, птица, дерево и вода. Такое где угодно может быть, но хотя бы ясно, с чего начинать. Спросим, может быть, на рынке идем. Потрясающе! Какие краски и ароматы! Амиция, можно спросить их про мой сон? Только не говори, что это сон. И не спрашивай всех подряд, на всякий случай. Хорошо, я спрошу. Так, Гуга, только не навиди здесь апокалипсис. Ткани, давай у этого продавца ткани спросим. Здравствуйте, вы не... Есть тут волшебный пруд с птицами и деревьями? Да, я сам не из местных-то. Я, в общем-то, товары привез. Может, хоть кто-то скажет? Спасибо вам. Да, пожалуйста. Осторожности тебе не занимать. Ну, мне глупо, кажется, было бы спрашивать на базаре всех подряд. Good work with the decorations, everyone. Oh, and if you still want to help, we need a hand with tonight's feast. А тут что происходит? Могу с кем-нибудь поболтать, да, с островитянкой? Good afternoon. Добрый день. We've just arrived. Мы только прибыли, и вы не знаете, здесь неподалеку есть песчаный берег с прудом. Непростая задачка. Anyone? Есть у кого-нибудь идеи? Really don't know. Простите, не знаю. Я тоже. Там еще есть большое дерево. We have lots of big trees. Но этого добра у нас хватает. Некоторые растут здесь повыше на плато. Все равно, спасибо, конечно. Но почему никто не знает? Сны приходят не из этого мира, малец. Мы еще поспрашиваем. Да, только у кого? Tomorrow's ceremony is going to be grandiose, my dear. Ну так вроде бы и все. Может быть, там можно где-то пройти. Пойдем посмотрим там. Танцоры и музыканты уже на месте. Праздник начинается. Скорее. Ай, не терпится на это посмотреть. О, Амиция, а мы пойдем? Конечно, должно быть интересно. Что-то, кстати, у этих рыцарей, стражников, по-моему, у всех, что ли, форма одинаковая. Ничего, тут столько солдат графа. Другой капитан. Думаю, все будет нормально. Я не знаю, куда идти. Можно налево, можно пойти прямо. Давай-ка пока что прямо. Может быть, так и на плато доберемся. Так, там сейчас будут петь ребятки «Чадо углей». Кто хочет послушать «Чадо углей»? Надеюсь... На чаду углей нету авторских прав на эту песенку. Так, а как к этому чаду углей спуститься?
Женщина, не толкайтесь. He's a god. Pagan one. Peaceful one. Yes. А ну-ка, рассоситесь вы. Два. Мне к чаду углей надо. А почему я не могу пройти? Довольно-таки странно. Ой, танцоры, Ница, танцоры. Не пройти, да мне тоже тут. Я думал, если честно, они рассосутся. I'd like to see you dance. You're 30 years too late, lad. I'll imagine it then. The walk of devotion has begun. The procession is coming. Amicia, quick! Amicia, скорее давай сюда. А вот все, можно пройти. Ну-ка, Амиция, может быть, шифтанешь мальца? Мы как раз вовремя. Хочешь благословить их лепестками? Просто бросить? Ну да. Вот так. Погодите, я хочу еще танцора благословить. Гуга, ну ты разошелся. О боже. Готово, спасибо, мам. Вы уже простите нас, когда не за что. Теперь им на много лет вперед хватит. Пойдем за шествием. Так, а за шествием как пройти? Где-то... Тут мне нравится этот остров. Они там, скорее, скорее. Тише ты, тише, мы их догоним. Но где она? Она уже должна давно была быть тут. Хорошо. Вы знаете, кто я? Я не мастер говорить. Эмилия, ваша жрица, она скоро прибудет. Она откроет торжество прекрасной речью. Речью матери. Матери чада углей. Чадо, которое защищает наш благословенный остров от крыс. От крыс? Куга, подожди. Эй, что ты делаешь? Это тот самый граф, Амиция. У нас был уговор. Вызывай своих крыс. Стоп, что? Ты ему это пообещал? Спас меня, чтобы расправиться с этим графом? Ты выжила, потому что я тебя спас. Не, заставлять ребенка — это не уговор. Арно, мы приплыли сюда ради него. Я не позволю тебе все испортить. К черту, и без вас я справлюсь. Нет, Арно. Я так и знал. На этот раз я не промахнусь, я с ним разберусь. Хватайте девицу. Нет. Нам тут делать нечего, бежим. Ну, началось, ёкарный бабай. Два, валим, валим. Так, я думаю, сюда. Бежать от солдат графа надо. Блин, а я уже думал, что настолько будут ждать впереди ништяки. Я должна была догадаться, вот почему нельзя никому доверять Гуга. Всегда все начинается хорошо, а заканчивается плохо всегда. Почему? Сейчас Амиция выдвинет речь. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Ну, такая отсылочка, ребятки. Нет, даже если все плохо, мы можем это все исправить. Как? Так же, как и всегда, будем сражаться, остановим Арно, прежде чем оно ломает дров. Не дадим ему испортить все задуманное.
We need a way back. A discreet one, if possible. Нужно как-то вернуться назад. What if Arno is dead? Что если Арно убили? Или он убил графа? Remember, we're good at this. We're in a stable. There has to be something. Locked. Заперто, тьфу, говорит Амиса. Сейчас тут тоже заперто, тьфу будет. Ну, разумеется, заперто, тьфу. Look, эй, смотри, там, может быть, заберемся? Подожди, я тут сундук увидел. По-моему, верстак. Немножко лутом нас балуют. Мне кажется, сейчас объявится на этом самом сражении с Арно, либо там где-нибудь рядом будет присутствовать это... Ну, это пиратка, блин. Инструменты. Может, инструменты? Не, давай, наверное, подкупим. По-моему, София, что ли? Так, а как тебя? Тележка за дверью. Какая тележка, малец? Я тут вижу только коров и вижу верстак. Подожди, может быть, там дверь открыта. Та тележка. Ну, естественно, нет, Амиса бы ее бы не подняла. Да можно же вот подняться вот сюда, наступить, потом туда, Амиса, ты чего? Ну-ка давай сюда. Малец, заползешь в ту дырку, нет? Подожди. По-моему, там сзади есть тележка. Но нельзя никак туда пролезть. Ты точно сюда не можешь пролезть, Гуга? Оказывается, может. Хьюго. Я попробую открыть дверь, отойди в сторону. Давай, открывай уже. Let's get that cart in place. By the way, why did Arno attack the Count? He said that it's because of the Count that his shield is broken. Остановись. Подожди, там ничего нету. Конечно же, есть. Маленький сундучок. Подожди, у нас уже места-то нет. И крафтить нечего. Все битком забито. Мне кажется, можно было бы и без этой тележки добраться. Good. И шаг, не смейся там, осел. О, вот это я понимаю, сундучок. Только у нас всего полным-полно, надеюсь, там будут элементы, да. Инструменты, элементы. Вот, только ради этого как бы. Hurry! Get up! The others are busy. The live birds were three of them. Oh,
Сокол быстро реагирует на ваше появление, на любой шум. По возможности оставайтесь в укрытии, используйте орудия и предметы на местности, чтобы его отвлечь. Ну, разве что камнем, чем еще-то. А как он быстро обратно прилетает, а? Можно костер поджечь. Ох, не нравится мне это. Почему он намеренно сюда летает этот? А, нифига себе, мы от сокола можем погибнуть. Ну ладно, зато проверил механику, вот эту странную, но окей. Так, сможем теперь добросить булыжник там? Мне кажется, нет. Куда go? Вы чё? Так, я бы сейчас... вот так поджёг бы. Блин, может быть этот петушара разгореть может, нет? Ладно, заодно разгрузили одну ячейку. Допустим, отвлеку. Разлетался, а? Тупой петух. Боже мой. Чуть не заруинили. Разлетался петушара там. Как найти Арно? Слышишь звон мечей? Точно, давай быстрее. О, Арно распиливает там всех. Арно, тащи. И это его армия, Виктор, постой, Эмилия. Don't get carried away. Зачем же так грубо? Она же помогала тебе, они не твои враги. Of course, my love. I'll kill you, bitch, Count. Разумеется, моя любовь. You've always been a disgrace to the knighthood, Arno. Ты подсос рыцарского звания, Арно, я лично с тобой больше церемониться не буду. Темницу я потом с ним разберусь. Так это животное твое знакомое? Он плыл на одном корабле со мной, мы разговаривали с ним. Он что-то знал о замышлении напасть. Кто ты? Я Амиция, а это Гуго, мой брат. Простите, он напуган. Не нужно бояться. Настоящей опасности не было. Мы ведь чувствуем жизнь и мир. Не хотите ли присоединиться к нам за ужином? Вы уверены? Я хотел сказать. Конечно, Эмилия права. Ты ведь помогла мне. Идемте с нами. Ну, слушай, Гугу еще не по-настоящему испугался. Если бы он испугался, тут уже бы все бы полчища крыс было бы.
Hugo, come. Давай же, Гуга, идем. So, how do you like our terrace? Как вам нравится моя терраса? Вау, вы правда тут живете? Это наш дом. Выглядит потрясающе. Прошу, входите. Ого, сколько места. Да, точно, и это лишь малая часть дворца. Между прочим, не хотите пока отведать фиников? Фиников? А что это? Это такой фрукт, Гуго. А можно угощайся? Да, конечно. Но держи себя в руках, Гуго, хорошо? Понимаю, все здесь выглядит... Подожди-ка. Я просто мать, видите, как обычно она говорит. Во время светлых дней все жители острова полюбили, равны перед чадом угли. Здорово. Настоящий жизнелюб. Осторожно, они очень сладкие. Так откуда вы? Из Гиены. Мы сбежали от войны и чумы, пришли в Прованс в поисках лучшей жизни и услыхали об этом острове. Вы правильно сделали, что приплыли сюда. Идемте, вы, наверное, устали после такого приключения. Как тут здорово. Ага, скорее бы увидеть бы нашу комнату. Агнес, go get a room ready for two, please. Certainly, mother. She's her mummy. Она ее мама? Нет, в образном смысле. А это наши сады, мое самое любимое место. Ну, наконец-то. Они почистили эти пруды. Да, они и правда красивые. Странно, что вы путешествуете совсем одни. А где ваши родители? Мама где-то, а папа убили. Кто? Как? Гуга. Виктор, не будь таким воинственным. Ну, ты же меня знаешь. Гуга, пойдем со мной. Хорошо. Видишь эти растения? Большая часть из других краев. Но нам все равно удалось их вырастить. Выглядит здорово. Весь проект в любви и заботе. А мы тоже пьем воду. А еще нам нужна добрая почва, любовь и забота. Это щедрая земля. Ты можешь остаться расти здесь. Но решать, конечно. Старшая сестра, так, Амитса, спасибо вам большое. Вы замечательно все сказали. Позвольте, я покажу вам кое-что еще. Виктор, земля здесь плодородная, чадо углей дает жизнь. Мы проводим светлые дни, чтобы почистить его, что оно, как предсказано, вернется к нам. К нам, своей матери и отцу. Мы молимся ему, как Богу, как давно почившемуся ребенку. Мы любим этот остров, дабы оживить его пламя. А дерево у вас высокое, тут такое с водицей имеется из странной птицы. Амитса, там на камне, это та самая птица. Вы помолитесь вместе со мной, вы можете сделать это. Конечно, Гуга. Я хочу молиться. A humble flame to light his night. And may he rise, a sun so bright. So bright. So bright. Thank you, I appreciate it. Shall we go? Sorry, mother. Could we take some time to pray for our father? Hugo? Yes. Of course. I understand. I'll wait for you. Come when it is done. Dear father. Hugo, is it really your bird? Take a good look at it. Oh. Гуга, это точно та птица? Посмотри внимательно. Ну да, я это чувствую. У нее такой же клюв. Я просто чувствую. Хорошо, очень хорошо. Тогда давай возвращаться. А по-моему, друзья, это... Ну, обычный герб, наверное. И не более. Все готово для завтрашнего праздника, да? Одеяние выглядит великолепно. Все будет идеально. Простите, а... Можем идти? Да. I must say, we appreciate. Должна сказать, мы благодарны, что вы с такой готовностью почтили чадо. Каждое дитя — это будущее всего мира. И один ребенок может изменить все. Ты совершенно права. Here it is. Ну вот мы и пришли. Руан? This is too much. Nonsense. Ох, это так, ерунда. You're our guests.
Вы у нас в гостях. Вас ждет добрый ужин. Настоящий ужин, Амица. Тихо. Ох, надо бы вас переодеть. Похоже, что путь выдался неблизкий. А вы убьете Арно? Гуго. Его ждет суд, как и любого злодея, а зла он отворил немало. Но у вас будет возможность выступить, если захотите. Довольно об этом. Отдыхайте, а завтра можно прогуляться по острову. Светлые дни – самое подходящее для этого острова. Спасибо. Моя госпожа. Кровати особенно хорошо. Попробуйте попрыгать на них. Да. Глава 9. История тайны. These clothes feel so nice. Так приятно надеть новое. Hey, come here, sleepyhead. Эй, иди сюда. Брось, это же просто солнце, взгляни. Оно того стоит. Вау, это просто прямо. Как во сне? Да, точно, как в моем сне. Бежим, перекусим что-нибудь и пойдем гулять. Как-то здорово, давай поиграем. Мы же пришли узнать, почему этот остров тебе снился, ведь так? Ну да, идем. Исследуйте остров, в смысле, прямо от начала до конца? Гуго говорит, что мы будем как первооткрыватели. Look at that! Ого, ты только погляди. В общем, я тебя рассчитываю, понял? Да, я буду смотреть в оба. Так там не пройти, это уже понятно. Может быть, не исследовать остров, а исследовать, я не знаю, вот это поместье, замок. Would you be a countess? Oh no, too many responsibilities. Заперто. Надо походу исследовать отдельно отведенный какой-нибудь маршрут и не более. Good day. Thank you. Good day. Good day. Good day. День будет жарким. Right, да, это точно, какую-то погоду я в шлеме. Сочувствую. You can tell the count is rich. How? He has too many ponds. That is very true. А куда то шкандовать-то дальше? Hello. Can we go outside? Здравствуйте. Мы ведь сможем сходить погулять, конечно. Приятно вам поселить и повеселиться. Slept well? Sophia, hi. София, привет. Здорово, что ты здесь. How did you know? Как ты? Where you be? That's my life, sweetheart. Wake up early, observe, узнала, listen, где вас искать. Make the best of it. That's how I discovered Arno was in jail. Yes. Так я, например, узнала, что Арно угодил в тюрьму. And worse, he used Hugo. Да, он мерзавец, он хотел использовать Гуго. What kind of use could he make of such a tiny creature? На что ему понадобился бы такой человек?
Если ты не так прост, как кажешься, а, малыш? София, серьезно, пусть Арно и твой друг, но из-за его выходки нас чуть не убили. Так значит, вы примкнули графа? Да нет, плевала я на них. Ну ладно, ладно. В общем, это я так и сказала. Хотела просто узнать, кто мои друзья на самом деле. И пока мне все нравится. Ну что, идем? Да. Пошли, София, будем гулять. Бегать, прыгать. О, там кто-то летучих змей стрепускает. You're right. Чё, Гуга, еще одна птица из твоего сна? Это та, которая из твоего сна? Ну, не совсем. Занятно выглядит, словно она куда-то смотрит. О, отправляемся на поиски сокровищ, да? Окей. О, ну давай выясним. Сон и птица, говоришь, Гуга видел это место раньше во сна. И еще до того, как мы сюда приехали. И каждый раз там была эта птица. Так, снова. Ну да, да, снова эта птица. It's never hot in Guyenne. Not in the same way. I trust you. Thanks. Just a few more tiles. Hello there. Hello. Не, нам туда, наверное. Hello и good luck. Hello и goodbye. Так, где этот петухан куда-то туда смотрел? You see? Или подожди, я почему-то думал наоборот, противоположную сторону смотрит. Боже мой, вы не можете вот тут перелезть. Так, в сторону петушара. Так, вон еще одна птица. Который смотрит куда-то туда. Ну вообще, я изначально как бы планировал сюда идти. Вот, как ориентир был вот эти вот летучие змеи. Подожди, это не это дерево, кстати, Гуга. Так, а нас на эту вечеринку пустят? Это открытая вечеринка или закрыта? Боже мой, можете говорить по одному, а не одновременно все три втроем. Kites. You've never seen one? No. Well, they're like tiny boat sails. They take the wind. Так, а что я тут должен исследовать? Можно немножко конкретики? No, not even you. I want one. This wood's a bit damp, isn't it? Hello. Hello. I'll get it started. You're painting. Привет. It's transparent. Ваш рисунок, его совсем не видно. Это глазурь. Чтобы он блестел во славу чада. Глазурь. София, нужно покрыть ей всю твою лодку. Она и так у меня блестит. Мы не будем вас отвлекать. Меня что-то вот больше вот этого дерева заинтересовало, но... Может быть, это из снов Гуга? All is waiting. No child is born. They already exist. А может быть, надо дальше следовать? Может быть, сейчас мы еще птицу увидим? One for the mother, one for the father. Not too tired, Hugo. No, I'm good. We've walked a lot. This island is quite big. It's big,
temple is beautiful. I like it. Yes. Good. Can't wait to join the festival. It wasn't easy. Me too. But I'm so glad we came. Hello. 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 Здравствуйте. Are you going to the harbour? Идете в гавань? We went there yesterday. Нет, мы Thank you. Там вчера уже были. Так, походу, потом туда, может быть, надо будет идти по сюжету. Рыбак, он стоит, рыбачит. Какая огромная горища. Эй, потише, малыш, ты мне так всю рыбу распугаешь. I hope his fish escape. You're right. Free the fishes. Блин, могли бы нам бы и коней выдать хотя бы. And what about that staring bird? I know. It's our main lead. We should go back to it. Hello. Is the way closed? Здравствуйте, а тут закрыто? Извините, да, временно. Надо ставить эти цветы к церемонии. Don't worry. There's only a few broken stems. We'll come back later. Good luck. Мы просто вернемся сюда позже. It's fine. I'm sure these ones are nice. Of course they are. They make honey, and I love honey. Me too. Давай сюда к огоньку. Who doesn't? О, да, ладно, Лутецкий. В таком месте. Ну, как вариант, давай еще вот эту вот башню посмотрим, и больше я не знаю, что дальше. Не, в нее, походу, не... Или нет, попасть, да? Alright. Pretty empty. Ну и все, пока немножко лута. Come on. You're not gonna let a locked door stop you. Let's look around. Когда бы тебя эта запертая дверь бы останавливала? Может быть, там есть чем-то подбить, и там будет какая-нибудь спрятанная приколюха. Подожди-ка, отсюда никак нельзя ничего сбить. Ну-ка, пойдем еще раз глянем. Да, возьмем эту башню штурмом, говорит Гуга. The rest doesn't interest him. Towers are the best, because you can climb them. What do you think is up there? Maybe как the ты думаешь, что там наверху? Может, гнездо моей птицы? Ну да. You think it's mummy? Who knows? А и вправду, что там будет на самом верху? Может быть, получше будет обзор, и мы там увидим. То дерево из сна Гуга. И тот водопад, вернее, воду. Так, а вот это вот уже неплохо. Сколько у меня сейчас суммарно стрел? Подожди-ка. Верстаком пока не пользуемся, вот это вот все подбираем. Ты да ладно, я уже не могу лишних инструментов взять или что? 5 стрел у меня. Ну давай качаем, качаем. Блин, не хватает мне 30 инструментов для прокачки, чтобы я мог вытаскивать болты из врагов потом. Такого перка полезного. Well, let's go then. Так и надо будет внизу ножик один забрать, ведь один мы использовали. О, у меня сюда все видно. Так, оно ведь того стоило. Come closer. Nice view. Look, now you can feel like your bird when it perches high up. Ну и почувствуй себя птицей. A bird of prey. Я просто птица, я хищник, царем птиц. What do you see? I see. Что ты видишь? Я вижу свою добычу. And what do you hunt? И на что же она похожа? На сосиски. You know what else? А знаешь, что еще делают хищные птицы? Они кричат. Готов? Да. София ведь тоже будет с нами кричать, да? Я рождена, чтобы кричать. На счет три. Раз, два, три. Screech!
Ну ладно, пора спускаться. All right. Time to head back down. Now everybody knows we're here. Nice screeching, by the way, you two. Если честно, я думал тут хотя бы на тебе немножко информации. You need one to be heard over the sound of the sea. Your crew must love it. Oh, they've never complained. Get down carefully. Yes. Новые воспоминания, чудный виск, отлично. Хотя я там рассчитывал на открытие, а не на воспоминания. Так, давай заберем ножичек. Все хорош. Мы погнали куда-нибудь туда, в ту сторону, я не знаю, ребят. Вот по этой тропинке. Но мы опять, получается, в сторону замка пойдем. Вы отделились от своего спутника. Ты чего, София, блин? Экскурсию нам хочешь заруинить? Careful with the drop here. All right. Ребята, все-таки эти же птицы не дураки, которые нас сюда привели, а? С помощью которых мы сюда следовали. Но тут есть какие-то знаки, это что-то вроде бы на карту похоже, но не видно до конца. Это, слушай, можно вообще как-нибудь поджечь нафиг? Давай попробуем. О, смотри. Когда я отойду, оказывается, можно. У нас получилось, Гуга, твоя птица указала нам путь. Смотри, сработало реально. The island. Остров. Это карта острова. It's antique. Какая старая. Думаю, сотни и сотни лет. Еще с византийских времен. Здесь такого много. Амиция, гляди, та картинка. Какая картинка? Картинка ордена. Точно, я ее вижу. Какого еще ордена? Древнего ордена алхимиков. Ты ведь услышала, о чем мы говорили на корабле? Гуга болен, и это... Не заразно, но они все равно хотели посадить его под замок, чтобы делать с ним все, что захотят. А я... Ты ни перед кем не склоняешься, я поняла. Так что вы здесь ищете? Что-нибудь, что ему поможет. Все просто. Если этот символ указывает на важные точки... Боже, что там, пленку заживала на заднем фоне музыка, что ли? Такой звук. Well, that one is pretty hard. Это что ж, это несложно разгадать. Зубы. Они называются их Las Mardes. А, чё? Понимаю, банально. It makes sense. В этом и есть логика. Let's go visit those mothers, then. Ну что ж, сходим в гости к этим. Are you coming with us? Ты пойдешь с нами? Ну, если хочешь, я же сказала, я у тебя в долгу. Come on, then. Yes, ну, пошли. Да, мы идем в горы. The view from up there must be quite a sight. Ну и вид должен быть оттуда. Добраться до Las Madres, только, сдается, там повозка с охранниками была. И не даст нам пройти. Смотри, там между зубами дом. Да, какой-то храм. Подожди-ка, я чуть не разглядел. А да, реально, вот смотри. Так, подожди-ка, как тут добраться? Конечно, на первым делом пойдем туда, судя по картинке. Тырым-пырым, это туда, между... И вправду теми, как типа скалами есть.
дома, встроенные в эти скалы. А точнее, не между домами, этими скалами, а по правой стороне скал. Дениорки, Дерн Алхимика. В общем так, к чему мне еще готовиться? Болезнь Гуго, она не вполне обычная. Даже матушка, хоть она и алхимик, не могла ее вылечить. Это даже уже почти как проклятие. Кто же мог проклясть такого мальчика? Я не малыш. Это у нас семейно, оно тянется. С самых первых дней. Мы не виноваты. Но это так, София. В гении нас чуть инквизиция не схватила. Еле спаслись. Это было очень страшно. Они всех убили. О, черт, ладно. Мы найдем это место. Зачем мы сюда приплыли, мы доберемся. Кстати, и стража исчезла, ребята. Вот есть ворота. Эта дорога приведет на святилище, значит, мы еще здесь не закончили? Да, идемте. Подожди, дорога предстоит не близко, спорим, я первый. Эй, тебя не хочу потом на себе таскать. Слушай, а Мица до сих пор рана на голове, что ли? Не устал, уже давно идем. Я думала, не выше. Не расстраивайся, до вершины еще далеко. Так вот, кто больше всех устал. Не люблю горы. Все, что мне нужно в жизни, не выше уровня, это море. Я люблю горы, они такие высокие, что можно забраться на них, и там сам станешь высоким. А ведь знаешь, он первый раз, Гера. В таком случае, вперед. Станем высокими все вместе. Черт, уже начинаю припекать. Глядите, уже почти у святилища. И ты это называешь почти? Брось, ради этого стоит попотеть. Смотри, какое оно огромное. И что конкретно вас сюда-то привело? Я хочу увидеть свою птицу, или то дерево, ну или там пруд. Я бы предпочла какой-нибудь эликсир, чтобы тебе помогло. Может быть, он хранится у птицы? О, ключевая вода. Кто может быть бегать еще быстрее? Дети. Какая прохладная, так и есть. Гуго, у тебя грязь на лице. Водная атака! Как там, кострик горит какой-то. Но вроде бы я никого не вижу. Матрос, побежденный водой. Так, а тут шум какой-то непонятный. Такое оно огромное. Да, я представляю, как это было его вырубить-то. Ой, козы. Мисс, их так много, да не бойся, этим больше нравится есть листья, а не маленьких детей. Да, но они так кричат. Так, наш храбрый воин боится коз, но их слишком много. Вы идете в святилище чада, да? Боюсь, вы опоздали. Они уже затворили ворота. Эх, мы так долго сюда добирались ради мальчика. Есть, конечно, вон там козья тропка, но смотреть придется все равно издалека. Там сейчас граф с графиней. Да и стражники после вчерашнего на взводе. С незваным гостям они отнесутся с осторожностью. Будем знать, спасибо. Кстати, если встретите Драмонату, отправьте ее, пожалуйста, ко мне. Одна из моих коз. Ага, хорошо. Ладно, это же коза, а не волк. Но они так кричат, это точно. Так, я вижу опять на какие-то вот эти вот руины. Какая-то когда-то раньше была башня или что это?
Подожди, это не та козлина? Эй, козлина. We should send you back to your owner. Goats. Так надо было бы тебе. Stared in their eyes for hours when I was a child. Коза залезла туда. You may just not be ready for their knowledge. Может быть, Аксия? Locked. Are we going to help her? That's what heroes do. Алиса, ты можешь Ардом выбить дверь? Должен быть сюда другой вход. Ну что ж, давай посмотрим сюда другой вход. Только не говори вот тут, а через вот эту вот пещеру. Нет. Ты да ладно, пес с этой козой. Ну-ка, может быть, как-то... Сбить там чем-нибудь можно. Я вроде бы я не вижу. Так, это можно будет поджечь? Кстати, давай сразу же накрафтим. Лишнее заберем. I'm sure she'll be thankful. In her own way. If she's not, we'll lock her up again, won't we? Don't worry. You have two strong women to protect you. Don't worry. Be happy, малыш. Так, Гуго, давай лезь туда. There's a hole in the wall. Hey. Давай, малыш. So funny. Not all the time, but mostly. Yes. I'm going to open the door. Don't stand behind it. Ну где ты там, Куго? Поторопись. Ха! А мне надо было в сторону отойти, чтобы она кто убил. That was knightly. So. Это был родственный поступок. Ух ты, это смотри какой сундук. Want to say a proper hello? Что ж, даже Амице было. Одной не справиться. Гуго помог. Ну, все, он дойдет сам уже, наверное. Дверь же ему открыли. Come on, let's keep going. Ладно, давайте идемте. А как же Трамонанта? Коза отлично лазает по горам. But the ceremony will begin soon. Soldier. Солдат. Хорошо, вы уже тут, вы уж тут присмотрите за порядком. То нам еще тут нервничать не хватало. Не беспокойтесь, мы будем вдвойне бдительны. Так, это по любасу надо будет сжечь или что? Или можно будет прятаться? Вы находитесь в запретной зоне, и никто не должен вас заметить. Вам нельзя убивать врагов. Я понял. Если что, давай будем отвлекать. София может... Так... Чё, София может завлечь врагов в высокую траву, зажмите... ага. Ну-ка, давай туда. Если понадобится отвлечь кого-нибудь, так... Так вроде дал команду отвлечь туда, ладно. Great. He likes to keep it formal. Yeah. Got it. Yeah, well, next time we'll ask to stand guard near the ruins. Sophia, we'll your trick will help you. Time to burn some grass. Типа она будет камни туда кидать или что? А, она подпалила траву, эти, блин, лупы, эти, прикинь. Нифига себе.
Area clear. Ну-ка, давай туда. Ну, давай, иди сходи, проверь. Блин, другой из Агреса. Ну, сходите, посмотрите. Вы чё, пацаны, нифига себе. Все забайтились на свете, а этот нет, а? Start looking for intruders. Let me know if you see anything. Ой, ну тебя в баню, а? Короче. Here's the door. Let's be quick. Все заагрились, солдаты, а этот нет, а? Это самый осторожный солдат, наверное. That prism is magic. Ого, верстачок есть. Верстачок. Ну-ка, хватит мне усиленные болты скрафтить. Да ладно, ты, блин, 5 деталек не хватает, ты прикинь? 85 у меня из 90. Through here, I guess. Oh, it's very high. Oh, wow. Stick to the wall. Ой, Амица, смотри, он же сейчас Гуга испугается и начнет апокалипсис устраивать крыс. Oh, shit. Bloody hell. Твою ж, чёрт. Все хорошо. Oh, all right, all right. Да ладно, тут не высоко. I want to go. Давай, пошли дальше. Let's keep moving. We're here. We made it. You all right, Hugo? I'm sorry. Гуга, прости, пожалуйста, это было слишком рискованно. Thank you, Sophia. Спасибо тебе, София. My worst nightmare. We should walk a bit on solid ground. Oh, all those flowers. That must be for their ceremony. Так, ну мы ж на месте уже, да? Soldiers, to cover, quick. Open your eyes. Heavy armor. Ой-о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 й. Подожди, он вроде бы туда байтится. Just a false alarm. Подожди, а что дальше-то, алло? Не-н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 е. Better have a look. Let's move. Давай-давай-давай сюда, не стопори меня, София. Вау, какой тут сундук с детальками. Блин, и может быть вернуться, усиленные болты прокачать. А Амица обнаружена, да? Ладно. Я думал, мы там чин-чинарем прошли незаметно. Может быть, он сейчас заметит дым. Так, давай быстренько, быстренько. Ой, давай быстрее наверх. Надо, чтобы он нас из виду потерял. Блин. Так, он сюда идет. Так, а там наверху тоже стражники. Сюда. Up here. Come along. Up. On my way. Осторожней. Так, что он там делает, куда идет? How's that smoke? They make it so easy. Так, надеюсь, уже можно, да, наверное, открыть сундук. Я того стражника не вижу, давай только побыстрее, Мица. Так, а через верх нам не пройти, да, наверное? Ну не, он прям над нами, да?
Ой, там еще тот стражник. Как ты будешь уходить? Подожди-ка. Ух, вроде бы получилось аккуратно. Только вопрос. Надо ли нам там с тобой лазать? Походу нет. Давай тогда вниз. Делать там больше нечего, судя по всему. Так, а где тот стражник? Я не вижу того. Давай сюда в травушку попробуем. Оп, получилось. Так, вроде бы нас не видят. Так, а что теперь с этим делать? Может быть, сейчас он пойдет посмотрит. Так, отлично. Пока он там сейчас будет тушить, нам надо к какому-нибудь следующему укрытию добраться. Вот вон там. Так, давай. Ух, еле проскочили. Пофигу, как бы, да? Не, им пофигу. Не, подожди, София, отмена. У меня есть другая мыслишка. Хотя тут не видел. Ну-ка, давай ты тоже сходи, посмотри. Блин, да что такое, на огонь не отвлекаются? Не, нафига они не отвлекаются. Так, давай-то вот это забайте. Так, пока тот смотрит там. Я попробую вот тут. Давай сюда, Митя. О, еле вроде проскочили. Так, ну-ка. Подожди, подожги там все. Ну чё, не видит, что ли? Вон у него перед носом там горит. София, your drink will help you. Ой, дурында. Someone's lurking about. Let me know if you see anything. Of course. Так, они что-то заподозрили. There goes our visit. Так, тот уходит. No, no, we were making good progress. There's a big broken tower there. Так, давай. There are stairs, I think. Could be an abandoned access point. Well spotted. Let's try it.
Сколько же тут просто солдат, стражников. Так, что такое? Лутецкий? Ой, только сюда не иди. Он намеренно сюда идет, что ли? Куда ты? Ух, блин, а. Так, там отвлекалка, если что, есть. Вот это мы с тобой вообще топово застылсили. Yes. How do you feel, Hugo? Как ты себя чувствуешь, Гуго? But good. I'm sure there's something inside the mountain. I feel it too. Well, так, верстак, давай качнем. Вот, арбалет. Все полностью прокачан. Хорошо. Теперь у нас, по сути, будут бесконечные болты, что ли? Everyone, it is almost time. Gather round, please. Подожди, а можем еще выше подняться, да? It seems we're right on time. Ну-ка, давай-ка еще там посмотрим. Up we go. All right. We need to jump down. We're waiting for a few latecomers. Feel free to come closer in the meantime. Latecomers. Так, давай осторожно. Friends and children. Друзья и дети, сегодня самый долгий день года. Лет летнего солнцесостояния вновь озаряет нас. И все же, в глубине этих коридоров, скрытая от солнца чада угли, по-прежнему дремлет. Пришло время поднести пламя Феникса к его спящим углям. Это твоя птица. Этим мы докажем, что достойны заботиться о нем. Как мать. Как отец. Помолимся же, прежде чем войти. Давай, идем. What do you think? Что скажешь? Bold, but believable. Смело. Are we dressing может это сработать. Мы будем наряжаться в костюмы. Open your mind and heart. It is now time to tell his tale. So that it is never forgotten. What do we do? Let's follow them or not. And do what they say. Пойдем за ними и будем делать то же самое, что они. Yes. Come on. Ну же, давайте. Wow. Ого. Amicia, look up there. Амиция, гляди. That's the order.
Символ ордена. Так это они построили. Многое столетий назад на острове родилось дитя. Благословленное солнцем от великого светила, и получило оно пламя. Повелевающее всем живым, так появилось чадо огня. Что? Пламя восселило его. Чадо благословило его своим. Своим смехом, своей радостью. Над домом его был остров колыбели. Он стал землей мира и покоя, землей исцеления, землей процветания. Лакуна became a cradle of light. But light tempts evil. And evil knows no mercy. Come. Ну давай идем. Дитя на троне в храме огня. Это оно, чадо угли. Take your place at our sides. Встаньте в круг. Look, the drawing. Смотри, it's рисунок. That fresco was in такая фреска была у матушки в лаборатории у нас дома. Please kneel. Evil found the child inside these very walls. Зло отыскало чадо в этих самых стенах. Оно забрало его огонь и испещерило его огнем. Руки матери больше не могли его согреть, и поэтому его свет угас почти безвозвратно. И чадо огня превратилось в чадо углей. Господь. Настали темные времена. Люди забыли о нем. Но только не мы. В этом пламени последний отблеск его света. Наша надежда. И теперь двое из вас, женщина и дитя, должны пронести его сквозь ночь. Укидывая это будем мы. Вы склоняете головы. Смирение укрощает вас, а вы пронесете его свет через самое сердце тьмы. Примите это. Укидывая вообще без проблем. Вы пройдете его стопами, будете страдать от холода. Утопать во тьме, мучиться сомнениями. Вы увидите умирающее чадо глазами матери. Вы будете и жертвой, и свидетелями. Храните этот факел любой ценой. Ну, я думаю, что у нас еще защитит крысок, наверное. Что мы делаем? Подыграем. Давай перейдем. Идите и принесите ему свет. Ну-ка, давай. А как мы там пройдем? Холодно. Они думают, что это все от того, что их чадо умерло. Вот эта вся чума. Так они ничего не знают про макулу. Думаю, нет. Это как... Они все истолковали. Превратили носителя макулы в божество. Амиция, вода погасит пламя. Мне кажется, это все часть церемонии. Утопать во тьме. Подожди, ну факел же правду погаснет. Мне холодно. Ну уже все, скоро мы уже согреемся. Это было ужасно. Но ты справился. Я думал, что там... Кстати, а те в шатре, которые тоже скрытно зашли и переоделись в эти одежды мальчик с женщиной. Кто они? Чадо, холодно. Просто иди, я с тобой. Она умирает на руках матери. Зло торжествует. Столетия. Войны, глады и моры. Грозит рождение нового пламени. Вы вернулись, ваш факел погас, но вы больше не одни. Чаду нужна его мать. В его угле мерцает во тьме, как мать. Я приветствую его. Так, а когда они уже успели сюда прийти? Вы все сделали. Чадо должно восстать. Услышь меня, чадо. Я больше не бесплодна. Ибо во мне живет твое пламя, я мать. Стань фениксом, возрожденным чадом огня. Все вместе. Раздувайте огонь. В смысле, меня тоже? Ого, это же феникс. Это же тот самый феникс. Тихо. Да, я его вижу. Да, правда.
типа в реале существует, да зажжет его пламя в вновь дыхание. Сэй, София, это я. Идемте, я нашла проход внутрь. Сейчас или никогда, давай. Так, давай-ка. Они заметят нас. Нет, не сейчас. Нас не отличат. Если у вас так будет, как гремит, у вас точно заметят. Все в порядке. Я видела изображение на той стене. То самое дерево, да? This is unbelievable. No kidding. Поразительно. Не то слово. Трон для ребенка. Он жил здесь. Ты про чада углей? Нет никакого чада углей. Я же рассказывал тебе об ордене. Этот остров принадлежал им. А ребенок на фресках — это носитель макулы. Прима макула. Час от часу не легче. Алхимики называют это изначальной порчей. Она пробудилась в Гуго еще в младенчестве, она растет. И постепенно убивает его. Ради всего этого тут и задумывалось, ради пришествия носителя макулы. Орден соберется вокруг него, будет изучать. Найдет какое-то решение, а крыса? Да, я угадаю, смерть, война, болезнь и голод. Не только крысы, это... В общем, они тут все перепутали. Нет никакого чада углей, который придет и спасет мир. Это просто ими же выдуманная фантазия. Какие-то бредовые фантазии, считаю. Но в них есть зерно истины, оно поможет спасти Гуга. Все остальное не важно. Бесилия и Элия, Ничего не изменилось. Эта вода не волшебная. Вода? А, ты про исцеляющий пруд из твоего сна. Это символ, как матушкины алхимические рисунки. Застоявшаяся вода редко бывает волшебной. Эй, глянь на это. Это его трон. А это, кажется, его имя. Бесилиус. Он тоже был носителем, как и ты. Ты не один такой. Вот почему оно позвало тебя сюда. Это не просто так, оглянись. Если где-то есть лекарство, то оно наверняка здесь. А кто это Элия? Похоже, здесь еще есть какое-то помещение вон там. Ну что ж, давай будем искать дальше. Нифига себе, блин. Что это? Похоже, до нас сюда больше никто не заходил. Может быть, это для них реликвия? Подожди, Гуга. Ты что там уже штабуху себе нашел? Догадываешься, чья это комната? Его комната. Василиоса. Представляешь, что он жил? Играл. Сидел там, где сейчас сидишь ты. Поразительно, ведь, да? Точно. И он тоже любил домики, как и ты. Ты любишь домики? И я?
У него был феникс. Да, может быть, ему снился тот же сон, что и тебе. Посмотрим, что он еще нам приготовил. Это же просто игрушка. Смотри, я пытался присесть, и София тоже. Это значит, его на кровать, да, она такая красивая. Этот Басилиус жил прям тут. Король Басилиус. Ух ты. Ого, это комната для воина. Восковые таблички, на них что-то есть. Его рисунки, вот. Вот она, а вот они вместе с ней. Он любил ее. Похоже, они много времени проводили вместе, прямо как мы с тобой. Это все так необычно. Ладно, давайте идемте дальше. У меня такое чувство, словно я их знаю. Так, там дверь закрыта. О, гляди, снова та птица. Его силуэт, это же... Так, феникс, это орден, и все? Сожалею, парень. Но нет. Теперь понятно, почему на фресках он всегда нарисован над ребенком. Они считали себя лучше его, и им было на него наплевать. Для нас это ничего не меняет, Гуга, идем. Завершим, что начали. Пора валиться мне. Что это? Алхимическая лаборатория. Может быть, вернемся? Постой, разве это не ровно то, что вы искали? Да, но... Точно, ты права. Или это что-то связано с этим эликсиром, может быть, даже ингредиенты? Так, закрыто. Что они могли в них готовить? Боже, ну пожалуйста, хоть что-нибудь. Нет, я понятия не имею, для чего это. Ну уже давай, здесь ничего нету. Феникс, ищите Феникса. Эй, что случилось? Они тоже делали ему больно, я уверен. Эй, понимаю, что-то пошло не так, как ты ожидал, но... Все повторяется, Амиция. Но ведь Элия позволила бы им это бы сделать. Но ты позволила воду. Нет, я пыталась его остановить. Я понимаю, ты старалась, прости. Так, подожди, кого тут еще что-то есть? София, ты где ты? Как ты туда забралась? Не понял. Она в окно туда вылезла, что ли? Давай же, идем, Гуга. Что это? Двери нет. Может быть, это какое-то помещение для наблюдений? И что же ты тут нашла? Записи этих ваших алхимиков. И что они отсюда наблюдали? Как за зверем каким-то. Мы прямо за лабораторным столом. Над лабораторным столом. Представляю, как эти ублюдки стояли тут и пялились на него. Давай лучше думать о том, что они выяснили. Возможно, я что-то нашла. А про лекарство что-нибудь есть? Нет, здесь совсем другие записи. Что это? Это твои алхимики.
Все вели записи, тут записи идут по порядку и последствия. И последняя запись была 541. И что там написано? Я самого монастыря не занималась этим, но тут говорится о Басилиасе и о какой-то Эле Драгос, его защитнице. Значит, все это и правда было. Они были, как и мы с тобой. И что с ними стало? Элю разлучили с носителем. Она взбунтовалась, а ее арестовали у круглой башни и заточили в капеле, в часовне какого-то форта. А Басилиас, куда делся он? Здесь ничего не сказано. Ладно, это уже что-то. Форт, круглая башня. Они идут сюда. Повезло, что мы успели тут узнать. Да, давайте выбираться отсюда. Вон туда. Рискованно, но вода поможет. Так, давай отсюда выбираться. К сожалению, ребят, Гуга мы тут не вылечили. I feel your sickness. I share your pain. We will protect you. We will care for you. I am the father. I am waiting for you. I am the mother. I am waiting for you. Join us. Whenever you feel ready, we are. How can they stand in that water? They look so eager to have this child. It's sad they're so wrong. Just like they still don't know they're wrong yet. They'll be sad. Hugo, these things you dreamt of, they existed. You just couldn't know what they really meant. It meant things would be easy and nice. It doesn't mean things will get better. Are you sure? Your dream showed us another truth. But it is a truth. We can still use it to change everything. Maybe. Oh. We're almost there. На редкость тут неприятно. Страшно, что ты не можешь. Страшно, зато какие цветы. Ё-моё, сколько тут птиц. Так, а вот и, кажется, нашли выход, ребят. Это было ужасно. Побудь ты недельку. На моем корабле тебе уже не было бы ничего не страшно. Спасибо, мне и этого хватило. Ну, идем и отыщем этот форт. Гуга? В моем сне не было никакого форта. Может и так. Но твой новый сон привел нас сюда, и погляди, сколько всего мы узнали. Нужно искать дальше. Ты разве не хочешь выяснить, что стало с этой Эли и твоим предком? Все будет хорошо, Гуга. Can we take
take these stinky clothes off now? А можно уже снять эти вонючие наряды? Yes, we should. Да, нужно. Линия крови, глава 10. Смотри, той же дорогой вышли. Like nothing happened. Ну вот, как будто ничего и не было. We're good. А мы молодцы. Especially you. You're the Особенно ты, из себя бы вышел бы отличный контрабандист. Look, if there's no fort in your dream, then we'll look for the Слушай, ну если форта tower, в том сне не было, может быть, и мы и пришли сюда, на этот остров, верно? And maybe they decorated the island even more. И может быть, они вообще бы там все украсили. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк. До скорой встречи. Всем пока.